Согласитесь, что украсить сад вот такими красивыми фигурками несложно, но очень красиво и индивидуально получается. Можно использовать старые горшки, можно использовать новые. Все зависит от вашего желания. Делать фигурки несложно. Очень красиво их украшать. Возможно, это будут красивые глиняные цветные горшки. Может, это будет пакля для волос. А может быть, вот такие красивые горшки, которые красиво смотрятся и как фигурка, и также как кашпо для цветка. Посмотрите, какая интересная фигура, села отдохнуть. И очень интересные фигурки, которые также представляют из себя кашпо. Я просто сделала подборку таких интересных предложений, но не обязательно все использовать, все идеи. Можно воспользоваться тем, что вам понравилось. А как вам такой веночек из горшков? Можно сделать вот такую интересную кормушку, и птички всегда будут в вашем саду. А можно сделать таких помощников, которые будут украшать сад и создавать видимость большого количества людей. А можно сделать вот таких гномиков, которые будут прятаться в саду. Как вам такая купальщица? Всего-то надо старый таз и немного вдохновения. Можете посмотреть, возможно, что-то вам и понравится. Дома есть много ненужного материала, который можно использовать для оформления таких фигурок. Это могут быть такие зверьки, а могут быть целые группки разных персонажей. Как вам такая домоуправительница, которая встретит вас у входа? И вот такие влюбленные парочки и одиночные представители. Я буду рада, если фильм вам понравится.